два, один. Пошел. У нас второй день рыбалки на Карельском озере. Я здесь в погоде не ошибаюсь. Это град! Разворот. Прикинь, сработал подбросик, провокация. Да? Нет времени объяснять. Ловить рыбу. Закрывай. Иди. Ребята, сопротивление — это самая крупная, мощная рыба. Пошла, пошла, пошла. Пошел за прямой. Что? Все определенно точно было не зря. Доброе утро, друзья! Ну что, у нас второй день рыбалки на Карельском озере. Собственно, вот наш небольшой домик, где мы живем. Мы приехали на базу, но здесь все места заняты, расписаны. Сентябрь еще сезон активный идет, поэтому взяли с собой автодом и в нем расположились. А Илюха живет здесь тоже не на базе. Ездит в ближайший городок, там снимает квартиру. А мы, чтобы никуда не гонять, приехали на своем доме. 50 метров вышли до слипа, в смысле пирса, и поехали на рыбалку. Так что вот такие у нас дела. Сейчас быстро завтракаем и отправляемся ловить рыбу. Кто мёрз, что ли? Я просто показываю, в каких условиях мы ночуем. Тут, конечно, бардак полный. Ну так, я быстренько покажу, кто не видел. Здесь большая кровать. Куча зарядок, техники, что-то сливается. И вот, тут сушится снизу и баста, дает теплый воздух. Просушивали одежду после вчерашнего. Вот. И, собственно, там второй этаж. Че, Илюх, какие у нас прогнозы на сегодня по погоде? Ну, сегодня будет северо-запад. Тоже покачает, но у нас цель сегодня поставить рекорд, да? Ну все, копчуху поймали. Копчуху поймали. Осталось бить рекорды. Тяжело, ветрено. Опять будет мокро. Опять дождь, да. Но... Ну ты посмотри, тут солнышко вокруг. Ну, подожди, я здесь в погоде не ошибаюсь. Вот, и поэтому всем говорю, подбираю под вас погоду. Ну, ничего. Прорвемся, это не страшно. Скажи, доводилось ли тебе ловить здесь в такую волну? Бывало. Бывало? Бывало, да. Ну, я один был. Я людей в такую погоду не вывожу. Мы не люди, мы... Нет. Отчаянные просто рыбаки. Нет, у нас задача поставить рекорд. Неважно, какие погодные условия. Слушай, ну и по твоему опыту, вот когда ты выходил в такую волну, что с клевом было? В принципе, все одинаково, просто гораздо сложнее. Ну, раз на 10 умножишь, прям ну, гораздо сложнее. Постановка сложнее, поиск сложнее. Постоянно тебя разворачивает, ну, качает, водой заливает. Ну, то есть, свои такие приколы. Ну, то есть, что, идеальная погода? 2-3 метра в секунду ветер? Идеально. Сейчас все секреты. Идеально это 4-5 метров в секунду порывов. Восток, север, запад, ветра. Не качает, можно уставляться спокойно. Проводки все хорошо проходят, прям перед носом. Здесь в такие условия, ну, можно сразу с первого раза не попасть в приманку. Да, а если рыба движется, ее ну, тяжело догнать. Когда рыба движется, в таких условиях прям почти, наверное, невозможно, если только прям какая-то супер удача. Такая качка сильно осложняет ловлю. Во-первых, лодку постоянно крутит из-за ветра. А во-вторых, рыба и приманка из-за волны пропадает из луча. В подобных условиях практически нереально самому делать забросы и контролировать проводку с механическим ротатором. По-хорошему нужен электронный с возможностью удержания направления или с электронной педалью.
чтобы можно было ногой корректировать направление. А сейчас на рынке появились ротаторы и с пультом, которые можно повесить на шею или закрепить на спиннинг и корректировать направление пальцами. Если вам интересна тема ротаторов, хочу вам посоветовать видео Александра Виноградова, где он за 50 минут показал тест всех электронных ротаторов, которые есть сегодня на рынке. Получилось очень наглядно и полезно. Так что, кому интересно, ссылочку оставлю в описании. Судак просто заставляет вставать перед ним на колени. Ему не нужно, вот он не провожает, прям сразу, то есть только он увидел приманку, тут же атака. Он пошел. Есть! Прикинь, сработал подбросик, провокация. Да? А так не хотел идти, я реально подбросил. Это за трех. Тяжелый. Тяжеленький товарищ. Куда собрался? Удалось. Нам это удалось. Но по-прежнему, ребят, рекорд не побит. Что, ребят, чуть по чуть вес наших судаков увеличивается. Собственно, похоже, мы немножечко привыкаем к тому, что ловля происходит в суровых условиях. Забросы становятся точнее, подача интереснее, и результат радует. Ну что, красавчика домой. Ой, ты молодец. Большой плюс. Пойман с небольшой глубины. Поэтому его ни колоть, ничего с ним не нужно. Ушел живее всех живых. Чему мы несказанно рады. Разворот пошла. И есть. Что-то пока не пойму, но... И стекляшка! Стекляшка. Такого судака приятно очень поймать. Не все трофеем клевать. Давай, домой. Полдня у нас позади.
сколько мы, 4 или 5 рыб поймали. Вот, одна хорошая, другие тоже так сложно четко определить по символу. Кажется, хорошая рыба. Кидаешь, а там двушка, трешка. Хотя меня сейчас кто-нибудь закидает в комментарии. Двушка, трешка, там нехорошая рыба. Я не в этом плане. Просто, ну, действительно хочется поймать чего-то трофейное. Но не всегда на первый взгляд удается определить рыбу именно так, по размеру того, что ты видишь на экране, особенно с такой волной. Отвлекся, перехлестнулась за электромотор. Двоякое ощущение внутри. То есть, с одной стороны, надо радоваться, обалденные рыбы, там, судаки, трешки, четверки, пятерки. Но в глубине, кажется, вот каждый символ, который ты видишь, похожий на что-то приличное, поклевка, вываживание. И так хочется, чтобы это был трофей-рекорд. Да ладно! Нормально же просёк. Давай выставлять по левому борту! Куда смотреть невозможно! Куда-то, брат! Давай туда! На 16 метров направо! Реально, у меня, по-моему, одна из самых лютых рыбалок за очень долгое время. Классно же! Да это не град, прям больно. Это град! Да ладно, вот он, я тебе говорю. Я чувствую прям это, реально больно. О, ладно. Дождь, град, ветер. Смотри, толщи. Прям стой. Котик. Это, скажем так, неприцельный судак. Щука. Это вообще щука. Это щука. Погода, конечно, меняется. То дождь, то град, то солнце. Ветер только не меняется. Да. Как дул, так и дует. Еще где-то 13 метров. Yeah! И рыба неплохая. Но не рекорд, но кайфовая. Но кайфовая. Очередная рыбка. Попали.
она отозвалась, клюнула с дерзкой поклевкой. Аж фрикцион сработал на подсечке. Вот, замечательно. Солнышко, это хорошо. Ветерочек вроде чуть-почуть стихает, все равно, конечно, качает, но становится лучше. И мы ждем вечерний выход. А этого красавчика домой. Ай-яй-яй! Острые крючки. Судака подсекают. Опять у нас та же приманка. Гека 6,9. В другом цвете. А этого, не знаю, ну больше 20 рыб он пережил. Его уже так, конечно, расколбасило. Не держится, надо паять. Боевой. Причем больше всего ударов именно в голову. Ну, то есть, вот характерно судак любит атаковать бошку. Да-да-да. Закрывай. Иди. Хорош. Самая крупная и мощная рыба за все наши два дня. Пожалуйста. Илюха, ты готов? Илюха, ты готов? Илюха, ты готов? Ну! Я думаю, это шестерка. Хорошая, хорошая рыбка. Ребят, ну что, взвешивать мы его не будем. Здесь явно видно, что до рекорда он не дотягивает. Такая честная пятерка, может быть, с небольшим плюсиком. Вот. Но дал жару, дал кайфануть, за что ему огромное спасибо. Быстренько фото, и он пойдет обратно домой. Не брызгайся, пожалуйста. Ну, так тоже можно. Знаете, что радует? Что метровой волны не стало. Ну, то есть все равно она такая неприятная, шатает, мешает ловить. Но в совокупе с солнышком и такими рыбками настроение определенно повышается. В подобной рыбалке главный плюс датчика Active Target – то, что он дает возможность увидеть рыбу и правильно подать ей приманку в нужном горизонте. При глубине в 16 метров крупная рыба далеко не всегда стоит у дна. Она может находиться там в пол воды, да хоть 2 метра от поверхности. И в таких условиях классическим джигом, просто опуская приманку на дно, поймать ее фактически нереально. Илья, скажи в двух словах. Че почем? Такое удовольствие. Кайфы по ловле судаков. Че предоставляешь? Че стоит? Ну, по деньгам 6 часов 30 тысяч рублей, а целый день, то есть световой 50. Ну, вот. То есть предоставляю, ну, палки, приманки. Палки хорошие, отрабатывают по рыбе хорошо. На вываживание, катушки, все снасти профессиональные и качественные. Ну, то есть, скажем так, комплект спиннинг плюс катушка стоит 80. Я понял. Хорошие снасти. Да. То есть, соответственно, все техника безопасности, спас-жилеты, все медикаменты, не дай бог, там если руки порезали, да, и все, перекись, перекись, все это есть. Так что все, что нужно. Все, что нужно. В общем, ребят, все контакты в описании под видео на портале «Рыбалка с гидом». На портале «Рыбалка с гидом» вообще огромное количество гидов в разных уголках России. Вот. И если видите пометочку «Проверенный», значит, мы к этому гиду сами лично съездили, половили, протестировали. И, скорее всего, сняли полноценный выпуск, который вы можете увидеть на нашем YouTube-канале. Так что всем хороших рыбалок! Езжайте, кайфуйте, ловите рыбу и наслаждайтесь. Хочешь поймать рыбу мечты? Да так, чтобы затея не доставила хлопот. Представь, ты приезжаешь на водоем, а там тебя ждет профессиональный гид, оборудованная лодка, комплект снастей и водоем полной рыбы. Ты будешь удивлен, но это реально. Заходи на портал рыбалкасгидом.ру, выбирай гида в удобной тебе локации и отправляйся на рыбалку мечты. Реакции перебраться, Ром. А почему? Нет времени. А что ему не понравилось? Нет времени объяснять, нужно ловить рыбу. Ну что там за судак-то вы хоть рассказываете?
расскажи, мы же пока не видим. Ну, мне кажется, там вот за 5. Мое предположение. А на какой глубине? Ну, у нас фон на 16, а глубина стоит он на 9. Он развернулся, он пошел. И поклевка! Я хочу сказать, там определенно нормальный судак. Я встану перед тобой на колени. Ух ты ж! Ух ты ж! Ладно, мы количеством возьмем. Лучше 5 пятерок за день, чем одна за шестерку. Спасибо. Вот они опять издеваются. Он такой: я вообще все не могу. Никуда не пойду. Забери меня на стейки. Откачай меня, что-нибудь там сделай. А потом ни с того ни с сего. Молния уходит. Все та же приманка. 6,9. Спиннинг RS Ecstasy. Идеальный комплект. Жалко, у нас нету потяжелее грузиков, потому что лодку смещает, крутит. Хочется побыстрее прям рыбе ее заглубить. Еще раз давай. Вот сюда прям. Давай. Она прям здесь. Хорошо. 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 Закрывай. Крути. Крути, развернулась, пошла. Пошла, пошла, пошла. Провожание развернулось и все. Привет, и колючка. А? Колючка. Красивая колючка. Давай, брать. Братишка! Ребят, шикарная рыбалка. Давай. Получили просто кучу удовольствия. Я, если честно, давненько не рыбачил на таких волнах. Ну и вот что-то без притира точно на них выходить так себе затея. Но мы очень хотели. Но самое главное, рыба клевала. То есть, если бы вот такая погода и без клевья, ну это было бы прям сложно. А так, Илюх, спасибо тебе огромное за рыбалку. Было здорово. Вот, прям кайф. Карелия бомба, судаки. Зачетная рыбалка состоялась. Вот, так что от души спасибо. Ребята, мы погнали на базу, потому что солнышко уже вот-вот сядет, а нам нужно успеть сделать это по-светлому. Ну, судаки клюют, они ходят. Вот они прям. Не хочется уходить, но надо. Мы неугомонные, решили выйти на утрянку перед выездом. Встали с утра пораньше, еще по темному собрались. Сейчас выходим. Буквально 3 часа. Да-да, нет-нет. Ветер, как вы видите, присутствует, но он уже значительно слабже, чем был вчера. Потише, чем вчера. Вообще прям кардинальная разница. Вот вчера раздувал, а это так себе, рябь просто легкая на воде. Можешь сделать заброс туда на 20? Что? На 21 сможешь туда бросить? Крути. Еще крути. Над ним идешь. Развернулся, увидел.
пошел за приманкой. Есть. Есть? Да. Рыба очень хорошая. Рыба хорошая. Коллекция за пятерочек это пополнилась. И 5,5. Килограммчик дотянул. Да. Блин, это отличная рыба утренняя, Илюк. Ребят, ну что? Это прям судак просто на зависть. 5,5 килограмм. Очень хорошая рыба. Далеко не часто такие ловятся. За эту поездку уже, по-моему, третий за пятерик. Кайф. Быстренько сейчас фоточку и отпустим его обратно. Максимально быстро. У нас еще 2 часа. 2 часа на то, чтобы поймать рекорд. Замена стингера. К сожалению, тот закончился. Судак его прикончил. Слага, не хотите повесить? О, мамочки. Это она же? Да. А? Да, это она. Слаг хоть? Ну давай попробуем. 2 дня им говорил поставить слаг. Не слушали меня. А сейчас вдруг решили. В общем, если мы сейчас ее поймаем, а мы ее поймаем, вы знаете, что писать им в комментах. Давай. Чтобы они больше спиннинги от меня не убирали в рундуки. А что за слаг-то там? Озон. Понял. Идем. Увидела. Развернулась. Разгоняется. Есть! Да. Есть? А вот не знаю. А вот здесь заявочка. Надо ребята взвешивать. Заявочка. Здесь без весов точно никак. Перебрали пяток приманок. Нет реакции. А, за слагом он чуть-чуть как бы развернулся, такой вышел. Нет. Илюха говорит, ставь фрап обратно 6,9. Шик. И все, и вот он. Плюс-минус здесь. Нет, не побит. Сколько? 900 грамм? Да. 7300 минус 900. 6400. 100 грамм! Не, ну там еще приманка грамм 50. Нет. Все-таки это 6200 где-то. 6... Ну он такой. Да. 6900, 7300 прыгает. Ну, в общем, ребят, ну, 6200, 6 с копейками, рыба достойная. Вот, у нас есть еще 45 минут. Ну, вот это уже, можно и руки особо не вытягивать. Зачет, прям обалденный красавчик. Довольное лицо человека, который поймал за шестерочного снага. Я хотел тебя это подкачивать, поухаживать. Непередаваемое ощущение. Это прям отпустило. Вроде и не рекорд, но более чем достойная рыба. Классная поклевка, вываживание. Не зря мы вставали, ни свет, ни заря. Прыгали опять по этой волне. Все определенно точно было не зря. Сейчас пойдет. Один пошел.
Есть. Блин, это тот, который меньше клюнул. Да, да, да. Два судака стояли буквально в метре друг от друга. Один покрупнее, другой поменьше. И подошел к ним. Не успел метр дойти тот, который поменьше выпрыгивает и съедает приманку. Вот жук. Еще раз. Акробат цирковой. Давай, 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 не упусти, Илюха. Ребят, ну что, пора нам заканчивать. Итак, мы у нас полчаса перелимит рыбалки. Вот, домой приедем ночи, завтра кучу дел. Вот, но это кайф. Илюх, спасибо тебе огромное. Рыбалка была великолепная. Если бы мы сегодня ловили бы там всех, начиная от трешки, я думаю, мы бы рыбы наколбасили, будь здоров. Гонялись за монстрами, в результате пятерка, шестерка, какие-то еще выходы. Это было круто. Ребят, всех жду в гости. Есть и снасти, приманки. Просто одевайтесь по погоде. И добро пожаловать на борт. Все ссылочки в описании. На портале «Рыбалка с гидом». Контакты Ильи. Вот. Звоните, бронируйте, пишите и приезжайте в гости. Всем пока. До новых встреч.